В эти минуты в студии 600 Белтелерадиокомпании проходит генеральная репетиция финалистов национального отбора на Евровидение. Уже завтра, сразу после панорамы, в 22 часа в прямом эфире телеканалов «Беларусь-1» и «Беларусь-24» наша страна выберет своего представителя на международном песенном конкурсе. 15 участников работают над номерами с утра до позднего вечера. Также нон-стоп вся команда Белтелерадиокомпании обеспечивает подготовку грандиозного шоу. Нина Мажейко увидела детали. Из студии 600 Белтелерадиокомпании весь день слышны голоса участников и постановщиков телепроекта. До финала национального отбора остаются сутки. За это время нужно подтянуть номера, выстроить свет, звук и картинку. Ведь вся команда будет работать в режиме on-air. Кстати, за белорусским отбором будут следить интернет-пользователи со всего мира. Одновременно с нашей запустится прямая трансляция на официальном сайте Евровидения. Кстати, наша страна одна из лидеров заблаговременного проведения отбора. Все 39 стран-участниц юбилейного Евровидения в Вене должны определиться со своими кандидатами до 23 января. Организаторы белорусского отбора использовали опыт европейских стран, поэтому уже завтра мы выберем делегата на Евро путем голосования 7+1. Телезрители в совокупности дают один голос, который суммируется с голосованием 7 членов жюри. Их имена не разглашаются до эфира. Это еще одно из нововведений, которое мы приняли в этом году, чтобы никто не мог рекомендовать жюри, воздействовать на жюри, как-то надоедать им. Мы решили уберечь их до финала и, собственно, до того момента, пока не начнется прямая трансляция. До отбора остается менее суток, поэтому артисты вместе с постановщиками телешоу отрабатывают все нюансы, включая выход и уход со сцены. Дело в том, что у финалиста будет всего 30 секунд, пока идет приветственная визитка, чтобы собраться к выступлению. Если участник отбора не успевает, его номер автоматически дисквалифицируется. Уже завтра телезрители телеканалов «Беларусь-1» и «Спутникового Беларусь-24» увидят финал национального отбора на Евровидение 2015. На сцену студии 600 метров выйдут 15 финалистов, солисты и музыкальные коллективы. Хронометраж композиции не превышает 3 минут, согласно стандартам Европейского вещательного союза. Нина Мажейко и Дмитрий Гаркуша, агентство «Тельновостей».